Этот выпуск получился у нас очень душевный. Но у нас есть спонсор, с которым я просто обязан вас познакомить. Кстати, он очень интересен, потому что это продавец напрямую из Китая. Друзья, реклама длится практически 3,5 минуты. Я вас об этом информирую сразу, чтобы вы отнеслись к этому с пониманием. Если вдруг что, вы всегда можете промотать вперед и наслаждаться просмотром сюжета. Когда я рекламирую некоторые товары, вы говорите, вот на Алиэкспрессе все это можно купить дешевле. И знаете что? Алиэкспресс пришел к нам. Мы наладили связь с китайцами. China from Russia with love. Смотрите, что нам прислали. Нам прислали два товара. Давайте обо всем по порядку. Первое. Это пускозарядочное устройство. Все технические характеристики я оставлю по ссылочке в описании. Вы сможете зайти, все это почитать. Но тема крутейшая. В комплекте, конечно же, идет все самое необходимое. Специально для того, чтобы вы могли прикурить автомобиль, мощность здесь 18 тысяч ампер-часов. Хватит прикурить абсолютно любой автомобиль. Раз. Переходник для быстрой зарядки. И также у вас есть дополнительный прикуриватель. Цена вот этого, друзья, вас просто шокирует. Все, что нужно сделать, перейти по ссылке в описании. Более того, если вы вводите дополнительный промокод, он вам принесет еще большую скидку. Китайцы в этом плане вас просто порадуют. Это еще не все, потому что мы переходим к самому интересному. Как вы думаете, что здесь и сколько это стоит? Друзья, здесь у нас идет камера, которая выводится на внутреннее салонное зеркало. Да, это зеркало еще и непростое. Когда-то вот этот набор стоил у них 12-19 тысяч рублей. Сколько он стоит сейчас? По ссылке в описании вы реально будете в шоке от цены. И самое главное скрывается вот в этой коробочке. Вы просто зацените, как они упаковали. Apple Watch, друзья, просто на руки. Вот так вот, оп, пошел. Ну реально, смотри, упаковка просто пушка. Вскрываем вместе с вами. И вот сейчас происходит самое интересное. У нас здесь идет зеркало. Опа-на! Парни, зацените! Фишка этого зеркала, вот этого комплекта, в том, что когда вы будете включать заднюю передачу, изображение не будет выводиться частично, оно будет выводиться на весь экран. Более того, здесь есть еще камера, то есть которая выступает в роли видеорегистратора. Таким образом, вы пишете все, что происходит спереди, и точно так же вы, когда включаете заднюю передачу, вы видите все, что происходит сзади. И цена, подчеркиваю, вас просто удивит. Магия монтажа наступает следующий день, и мы прилетаем в сервис. Для установки камеры я выбрал автомобиль моего друга Volkswagen Транспортер. Установка занимает примерно час времени для того, чтобы сделать все грамотно. Вот смотрите, друзья, пожалуйста, выведена камера. Угол обзора вы можете настраивать под себя. Опустить ее пониже, поднять ее повыше. Машина у нас большая. Подчеркиваю, что камера эта универсальная. Встанет абсолютно на любой автомобиль. Что мы делаем? Включаем заднюю передачу, и автоматически у нас выходит задний обзор. Обращаю ваше внимание на то, что он показывает во всю плоскость этого зеркала, что действительно круто, вы видите все, что происходит сзади. При этом камера пишет все, что происходит спереди, работает как видеорегистратор. Если, не дай бог, что-то случилось, вы можете вытащить флешку, получить все данные. И важно, что он пишет и спереди, и сзади, то есть у вас получается два видеорегистратора по цене одного. Ну и простым нажатием мы переходим в режим обычного зеркала, который идет с автозатемнением. Соответственно, кто-то едет сзади, слепит вас дальним светом, оно будет это приглушать. Очень много настроек, на них я останавливаться не буду, потому что я вам оставляю ссылочку в описании, по которой вы все детально прочитаете. Итак, друзья, два товара, многофункциональное устройство, камера заднего вида, видеорегистратор, который все это работает в паре, и пускозарядочное устройство ждут вас по ссылочке в описании. Также в описании остается промокод, по которому вы получите дополнительную скидку. Цена вас, подчеркиваю, шокирует. Переходите вниз и приобретайте эти товары. Друзья, всем привет! У нас сегодня с вами есть отличная возможность сделать скачок в прошлое. И в этом нам поможет вот эта замечательная Волга 1961 года выпуска. Человек ее купил за 350 тысяч рублей. И сколько он в нее вложил для того, чтобы она выглядела вот в таком состоянии. Сегодня мы пообщаемся с владельцем. Он расскажет, почему он выбрал эту Волгу, зачем вообще он вкладывал в нее деньги. Ведь можно было купить новый автомобиль и передвигаться с комфортом. Отмечу, что вот эта машина сейчас в состоянии каждодневного использования. На ней каждый день можно передвигаться, кататься, все здесь работает исправно. При этом основная задача была такая, чтобы сделать автомобиль, вот как он вышел с завода, так же он и оставался. Естественно, немножко были внесены изменения в виде цвета. По салону автомобиль полностью был перешит также под завод. В общем, машина будет действительно интересная. Самое главное, постарайтесь проникнуться. Вот просто присесть
сядьте и вспомните, вот кто постарше, вы знаете, что раньше такие машины это были просто на вес золота. Люди на них смотрели, вы детьми на них смотрели и говорили: нифига себе, вот эта машина, вырасту, куплю себе такую же. И вспомните, что производится сегодня. Мерседесы S-класса, в которые садишься, там есть все. В общем, друзья, интересно посмотреть, интересно будет послушать владельца этого автомобиля. Мы начинаем прямо сейчас. Поехали. Первое поколение ГАЗ-21 выпускалось с 1956 по 1958 год. И вот в 1958 году появляется рестайлинг. Модернизировали ее преимущественно внешне. Изменилась форма передних крыльев в пользу увеличения колесных арок. Из-за изменения облицовки радиатора появился новый замок капота. Салон и механическая часть модели практически не изменились, хотя постепенная модернизация не прекращалась. Позже появились такие детали, как катафоты в стеклах задних фонарей, модифицированный фонарь заднего номерного знака, новая панель приборов, омыватель лобового стекла. Часть автомобилей второго выпуска, как и первого, имела завода двухцветную окраску. Гамма была довольно богатой, при этом использовались разные варианты разделения окраски, что давало больше сочетаний. Всего было выпущено чуть более 140 тысяч машин. Автомобиль с самого начала комплектовался мотором 2,4 литра на 70 лошадиных сил. Отличительным внешним элементом рестайлинговой версии стала передняя решетка в стиле акулья пасть, 16 прорезями, как часть первоначального облика машины, который был задуман еще при создании прототипа. На тех моделях, где на капоте не было оленя, как в нашем случае, устанавливалось гладкое хромированное окончание центрального молдинга капота в виде капли или так называемого дельфина. Автомобили также комплектовались как с механической коробкой передач, так и с трехступенчатым автоматом. Максимальная скорость на родном моторе достигала 130 км в час. Средний расход топлива в городском режиме был примерно 15 литров. В смешанном цикле это было 11-12 литров. Топливный бак объемом 60 литров. Друзья, знакомьтесь, владелец автомобиля Леонид. Очень приятно. Да, очень приятно. Можем с вами на «ты». Можем, конечно, да. Леонид, расскажи, пожалуйста, почему вот эта машина 61-го года выпуска, «Волга», наверняка что-то было связано с ней? На удивление, ничего не связано, кроме того, что очень нравился этот автомобиль, просто с самого детства. А в каком году вы вообще ее приобрели? Это было уже 3 года назад. 3 года назад. Выбор был из каких-то других автомобилей? Может быть, вы что-то еще из классики смотрели, или же только «Волга»? Ну, выбирал между «Победой» и «Волгой», но «Волга» победила. Как долго потратили время именно на поиск непосредственно кузова? Занимались очень долго, полгода. Искали кузов в хорошем состоянии, чтобы не ржавый был. Ну и с небольшой историей. Этот автомобиль был приобретен в Казахстане. Ага. То есть вы нашли его в Казахстане, приехали туда. За сколько вам продали машину? 350, если переводить на рубли. 350. Она была на ходу или она поехала на эвакуаторе? Она поехала на эвакуаторе, да. Она была не на ходу и использовалась для того, чтобы с нее снимали мерки. Фактически реставрировали другой автомобиль. Приехала к вам машина. Что вы с ней дальше делали? Естественно, нужно реставрировать. Вы ее отдавали куда-то в специализированный сервис. Да, абсолютно верно. Автомобиль был полностью разобран. Кузов был полностью отпескоструен. Дальше кузов был покрыт кислотным составом для того, чтобы можно было спокойно заниматься кузовной реставрацией, чтобы кузов не зацвел после пескоструя. Задача у вас какая была? Вы хотели оставить его именно в том виде, в котором когда-то эти машины выпускались, правильно? Ну вот небольшие изменения вы внесли, потому что, если я не ошибаюсь, цветов таких не было, вот сочетания по цвету. Да, Дим, цель изначально была сделать автомобиль для ежедневного использования, поэтому вопрос по двигателю и ходовой от оригинальной «Волги» он не стоял. Двигатель сюда был поставлен от Toyota Prado 3RZ, коробка-автомат, гидроусилитель от ГАЗ-31. Объем мотора, друзья, 2,7 литра на 175 сил. Почему ставят от Toyota мотор? Ну, здесь, наверное, все просто. В силу того, что это надежно, это проживет дольше. И, собственно, было легко установить. Мотор, если я не ошибаюсь, вы покупали, естественно, по контракту? Да, контрактный двигатель вместе с коробкой. Вот сколько на память, помните, вот обошелся вам мотор плюс коробка? Где-то порядка 250 тысяч. В целом, во сколько по времени ушло на реставрацию и подготовку этого автомобиля? Проект занял 2 года. Два года. И он у вас происходил, как я понял, в 3 городах. Это Ступино, Москва и Коломна. Коломна, Домодедово, Ступино. Леонид, сколько денег за 2 года машина в себя забрала, чтобы стать вот такой нарядной, красивой? Семья до конца не знает полную стоимость проекта.
Где-то 1,5 миллиона. 1,5 миллиона, да. То есть плюс 350 тысяч сверху, или это уже вот за все? Машина плюс то, что в нее вложили? Нет, это за все. Почему все-таки выбрали Волгу? Как-то это можно объяснить, или это просто вот хочу? Это просто хочу, и плюс любимые герои в фильмах катались на таких же автомобилях. Ага. Передвигаясь сегодня каждый день на этом автомобиле, какие-то проблемы технические с ним встречаются? Нет, пока нет. Конечно, слежу за уровнями жидкостей, вот, но Toyota есть Toyota. Проверяю давление в колесах. К сожалению, диски оригинальные, поэтому здесь стоят камеры. Надо внимательно к этому относиться. Несмотря на то, что резина очень хорошая, мягкая. Ну и, конечно, каждый раз, когда сажусь в машину и трогаюсь, это поразительная плавность хода в Волге. Это ни с чем, ну, ничто не может сравниться. Друзья, до плавности хода мы дойдем. У нас сегодня будет отличная возможность прокатиться с вами на автомобиле. Давайте присядем в автомобиль и посмотрим, что нас встречает в интерьере этой машины. Но здесь у нас, ну, вы понимаете. Мы присаживаемся в автомобиль. Друзья, я вам честно скажу, 61-й год, я вот сажусь, у меня здесь столько вопросов, что это такое, что это. Ну, давайте по порядку я вам кратенько расскажу. Диванчик вполне комфортно. Вот, понимаешь, вот в чем кайф таких машин, по крайней мере, вот для меня. Ты сел, здесь автоматическая коробка, да, Toyota. Включил какую-нибудь музыку советскую, там, песня плывет, город поет, эти слова, а тебе Москва, и поехал. Смотрите. Что было сделано, да, интересно? Во-первых, все как раньше. Вот машина была восстановлена, скажем так, по изначальным чертежам. Но вот, например, у нас здесь ручка для того, чтобы открывать стекла. Здесь же она замаскирована под стеклоподъемники. Нажимаем на себя, да, и пошли стеклоподъемники. Прикольно? Прикольно. А дальше, Леонид, ну подсказывайте. Вот это у нас, я так подозреваю, управление радио. ДДСУУУ. Что значит? Автомобиль полностью аутентичен снаружи. Так и внутри. Но для того, чтобы был некий комфорт во время езды, то здесь замаскирован пионер. То есть там внутри, да, он спрятан, вставлен? Да. Управление полностью здесь, можно с пульта управлять. А вот это что, это получается управление? Это громкость. Это громкость, а вот это? Это выбор станции. Да, выбор станции. А кнопки? Кнопки ни о чем не говорят. Ни о чем. Так, хорошо. Здесь у нас получается ключик идет, то есть. Да, ключ зажигания. Ага. А вот это? Зажигания. Но это остались ручки для управления карбюратором, которого, естественно, сейчас нет. Уже нет. Многие ручки это дворники. А, вот это дворники, то есть рабочие. А вот это вот воздух и отопление кузова. Да, это я понял, то есть это печка, получается, включается? Да, это управление печкой. Печка стоит новая, тоже от ГАЗ 24. Спидометр тоже работает? Спидометр тоже работает, да. Оригинальный пробег с этим двигателем. 678 километров. Да, выведено управление управление коробкой. Да. Машина у нас идет задним приводом. Максимальная скорость, на которую вы разгонялись на этой машине? Двигатель позволяет больше, но больше 130 я не ехал по дороге, соблюдал правила. Соблюдали правила. Но комфорт присутствует или все-таки на 130 уже дискомфортно ехать? Нет. Автомобиль себя очень хорошо ведет на дороге. Плавность, волговская знаменитая плавность хода. Тормоза хорошие, ее массу позволяет остановить достаточно быстро. По кузовным деталям. Ну, зеркала меня напрягают, когда нужно... А, маленькие, да? Да. Они, во-первых, маленькие. И второе, то, что, чтобы настроить зеркало, если случайно задел, то нужно помощника. Либо одному садиться, выходить, поправлять, особенно правое зеркало. Угу. Вот, то есть нет регулировок. А вот у вас личная машина же, вторая еще какая-то по-любому есть, ну, на которой ездите также? Да, я езжу на Volvo XC60. В общем, тоже любите безопасность и комфорт. Хороший автомобиль, да. То есть вот такое хобби, да, у вас получается. Вам получается 51 год, и вы вот купили автомобиль в 48, я так посчитал. И получается, если 1,2 миллиона условно вы в него вложили, ну, по 50 тысяч на протяжении 2 лет вы вкладывали в машинку, чтобы получать для себя внутреннее удовольствие. Ну, в общем-то, да. Друзья, звучит как тост. Так хочется сказать, так давайте же выпьем за то, чтобы каждый из нас имел возможность получать удовольствие, занимаясь любимым делом. Ну что, нам нужно прокатиться и понять, какие эмоции подарит этот автомобиль от движения. Покажи, пожалуйста, вот сзади диван. Вот посмотрите, присаживаешься в машину, да, с одной стороны места здесь не так много, как хотелось бы, но с другой стороны ты садишься, а?
вот необычно, да, ручки, сидишь, все, поехал, с девчонками сел, газировки набрал, да, газировочки, едешь, ля-ля, тополя, ну, прикольно, друзья. Конечно, недешево, откровенно говоря, 1,5 миллиона рублей за эти деньги. Но сегодня, ну а что можно было бы купить? Кто-то скажет, Kia Ceed универсал, надо было брать и было бы красиво. Либо BMW 5 серии с пробегом без М-пакета, там года 2016, тоже было бы на заднем приводе. Но здесь совсем другая история, здесь, конечно же, нужно понять, потому что все кроется в деталях. Ну что, мы готовимся к тест-драйву. Честно говоря, немножко, конечно, волнуюсь, выжимаем тормоз. Опа-на! Как часы, знаете, по привычке тянется рука пристегнуться, но технологически ремней безопасности у нас нету. Так, дневные ходовые огни. Ручку на себя. Опа, все, да? Да. Дальний вот свет. Ногой выключается. Все. Выключили. Так, а коробка передач у нас где? Вот. Да, так, получается, раз. На себя. Нет, сначала на себя, а потом вниз. Ага, третий, вот. Представляете, вообще все на драйве. Так, парни, пошла. Так, ну сначала мы прокатимся, почувствуем машинку. Слушай, тяга на самом деле хорошая. Вот если так газку поддавать, то есть, ну, чувствуется, что схватывает. Но вот педали разбросаны, маленько далековато, но в целом понятно. Руль такой тоненький, непривычный. Ну, знаете, раньше так это было сделано. Я, если не ошибаюсь, и на Rolls-Royce'ах раньше тоже были такие тонкие рули. Когда-то это, наверное, считалось удобно. Сегодня это, ну, как минимум, это странно. Так, лежачий полицейский. Друзья, слушайте, честное слово, вот так вот на повседневку передвигаться, ну, и понятное дело, к машине нужно будет сперва привыкнуть, потому что ты садишься, ну, вообще просто непривычно. То есть это тебе не как обычный тест-драйв пройти, когда сел такой, шумоизоляция есть, нету. Здесь эмоции совсем другие. Капот просто огромный, то есть ты его видишь. Посадка, на самом деле, очень достойная. Интересно, вот сколько клиренс у нее примерно? Под 200 миллиметров. Под 200 миллиметров. Но вот чувствуется, что посадка высокая. Мы сидим, в принципе, высоко. Зеркала очень маленькие. Я, по сути, как бы еду, но вот ничего особо-то и не вижу. Так, потихонечку притормаживаем. Так, ну газочку дадим маленечко. Оп, побежало. 40, 50, 60. Но я переусердствовать не буду, потому что машина все-таки серьезная. Леонид, ну расскажите, вот по городу едете, частенько на вас люди-то посматривают? Да, посматривают, конечно. Автомобиль получился красивым. Люди подходят, предлагают запчасти из дедушкиного гаража. Ага. Часто фотографируются, просят прокатить. Но не надоедает вот это то, что иной раз, наверное, куда-нибудь приезжаете по делам, тоже же машины же как повседневно используются, а тут постоянно, ой, а может сфотографироваться, а кто-то трогать начинает, а кто-то, наверное, хочет еще и присесть на крыло переднее, чтобы покрасивший кадр подобрать. Да нет, как-то с ней бережно, к ней бережно относятся и другие люди, то есть вот нет такого понебратства, а дай-ка мы здесь сейчас все потрогаем, пощупаем, с уважением. Слушайте, ну подвеска, конечно, действительно мягкая. Чувствуется то, что мы прям проезжаем. На самом деле, друзья, я вам скажу больше. Подвеска здесь настолько мягкая, чтобы вы понимали. Если на современном автомобиле ты едешь, ты все равно чувствуешь какие-то кочки, то здесь это реально как будто вот где-то внизу. Машина не рамная, но при этом ощущение, как вот, например, на Toyota Land Cruiser Prado, если ехать по полям, вот ты едешь, там рамник, да, ты газку дал, там 60, просто по полю летишь, и вот он где-то там внизу отрабатывает. Вот у меня почему-то ощущение плюс-минус похожее. Конечно, машинку нужно ловить. Диван, в принципе, вот реально удобный, тем более здесь еще можно спинку, как выяснилось, настроить, но это целая процедура, то есть это не так, как вот в современных тачках откинул. Единственное то, что вот он коротковат. То есть, конечно, ляжкам, ну, немного места не хватает. Но в целом, вот так вот, я думаю, поездить на ней недельку, то есть к рулежке, естественно, привыкнешь к тормозам, привыкнешь, потому что машина тяжелая, я как бы стараюсь дистанцию соблюдать, ну, в силу того, что, ну, безопасность на первом месте. Но вот так вот ты едешь просто, ну, красиво, красиво заходишь. При этом у Леонида есть молодой сын, примерно мой ровесник, и вот он рассказывает, то, что он был праздник, день города в городе. И вот он на нем передвигался за 2-3 часа примерно 50 контактов с людьми. То есть люди выходят, подходят посмотреть, пообщаться, задать вопросы. Но тачка реально эффектная. Это нужно как вот аттракцион использовать. Потому что мы едем, вот все, кто на нас обращает внимание, сразу нас начинают провожать взглядом. Пошел, оп, аккуратно.
Да, вот на самом деле так едешь, думаешь, что какая-то кочка, но когда ты по ней проезжаешь, она просто проглатывается. Вот единственное, только у нас тормоза так поют на улице. Опа! Мы здесь, обозначились. Конечно, словами не передать. Это нужно ощутить самостоятельно. Вот подобные автомобили отреставрировать, это стоит денег, это уходит время, но в них вкладывается душа. И вот даже несмотря на то, что я с людьми сегодня познакомился первый раз, еду на автомобиле, я действительно получаю позитивные эмоции. Вот это вот прям нереально круто. Это вот то, что нас с вами объединяет. Как минимум, любовь к автомобилям, интерес к автомобилям. Поэтому нам нужно отправляться и делать по нему выводы. Вот я вам от первого лица просто хочу показать, чтобы вы понимали. Вот посмотрите, какая обзорность. Вот маленькие-маленькие зеркала. В целом, да, внешне выглядят стильно. Под эту машину они подходят. Но вот так вот их поднастроить, чтобы вот маленечко видно, да, было. Еще вот эта вот форточка перекрывает. Но раньше машин было меньше. Соответственно, вот, посмотрел в салонное зеркало, ты все прекрасно видишь. Но вот так вот к машине нужно привыкать. Но, блин, друзья, это вот реально техника. Ты садишься, блин, кайф. Опа, пошла, ты глянь, а. Ну, газку так нормально. Крутящие моменты, конечно, не знаю, какой сейчас и как вот насколько реальный потенциал автомобиля с точки зрения динамики. Но вот чуть сильнее дал, машина поехала. В этом плане дискомфорта нет такого, что ты жмешь, она не едет. Задача этого сюжета была вам показать, вот что значит душа. Что значит, когда ты любишь автомобиль, когда ты хочешь вложить деньги в то, что будет приносить тебе удовольствие. Прокатиться на этой тачке сегодня мне было просто дико приятно. Опять же, сесть в автомобиль, вспомнить, как это было ранее, да, посмотреть, окунуться в 1961 год. Вот такая картина получается. Можно купить за эти деньги что-то более приемлемое, более современное, но это совсем другая история. У человека есть хорошая машина, человек вкладывает в машину душу. А у нас сегодня была возможность буквально за 20-25 минут получить результат, посмотреть, как это выглядит уже в 2020 году в готовом виде. Друзья, ставьте лайк этому ролику. Леониду огромное спасибо за предоставленный автомобиль. Высказывайте ваше мнение в комментарии, пишите ваши фантазии, ваши идеи, что бы вы себе купили для того, чтобы можно это было отреставрировать и передвигаться каждый день и получать удовольствие. Обязательно подписывайтесь на канал, обязательно подписывайтесь на инстаграм-канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки. До новых встреч, всем пока-пока!